Всем привет, дорогие друзья, подписчики, партнеры. С вами Николай Лоско. Сегодня я хочу с вами поговорить вот на такую тему. Приглашение в свой бизнес, в свою структуру, в свою компанию, продажи. Если у вас есть что-то продать и вы не знаете, как это сделать. Меня натолкнуло вот... Сегодня женщина написала мне в социальных сетях, в Фейсбуке. Она приглашает меня в свой бизнес. Она говорит, что у нее большой опыт, 23 года в сетевом. Огромный опыт, да? 23 года. И она пишет мне, хочет дать мне свое предложение, озвучить. В чем тут ошибка, дорогие друзья, сетевики? Кто этим занимается? Многих из вас сегодня уже достали вот эти вот все навязчивые предложения, да? Нам постоянно звонят по телефону, нам навязывают кредиты, нам навязывают какой-то бизнес, какой-то продукт, еще там что-то. Люди сегодня уже от этого начинают уставать. От такой бесцеремонной вторжения в вашу жизнь. Люди хотят, чтобы их лишний раз не беспокоили. Но как же быть тем, кто занимается бизнесом в интернете? Означает ли, что этим не надо заниматься? Да нет, конечно же, этим надо заниматься, но это нужно делать не так, не таким образом, не навязчиво. Однажды один успешный гуру, сетевик, сказал слова, которые я запомнил навсегда. Он сказал, дайте человеку то, что ему нужно, и он сделает вас успешным. Но как дать человеку то, что ему нужно? Кричать на весь интернет, возьми, вот это тебе нужно. Конечно же, человек от вас отстранится. Это делается не так. Люди хотят быть успешными, люди хотят быть здоровыми, люди хотят быть финансово обеспеченными. И многие ищут эту информацию. Они этого хотят. Я в своих группах, в своих школах рассказываю, показываю людям, как это делать легко, комфортно и ненавязчиво, чтобы у вас были заказы, если у вас какой-то продукт, товар или услуга. Если вы что-то производите, если вы что-то продаете, да, как сделать так, чтобы это продавалось, чтобы у вас шли постоянные заказы, чтобы у вас были регистрации в вашу компанию, в ваш бизнес, и чтобы это происходило комфортно и для вас, и для тех людей, которые приходят. Это очень важный момент, чтобы к вам шла целевая аудитория, а не тех, кого-то вы выхватили там из соцсетей и зарегистрировали себе в структуру, и потом этот человек ничего не делает. Ему это, как оказывается, и не нужно, а вы его регистрируете. Но как же сделать так, чтобы к вам шли именно те люди, которым нужен ваш продукт, которым нужна ваша услуга? Обо всем этом я и рассказываю. Внизу в описании можете найти мои контакты, записаться в мою группу и получить всю информацию. У меня есть опыт и знания, и сегодня я делюсь своими знаниями со всеми желающими. Вы узнаете, как предложить свой товар или услугу, как это сделать легко, комфортно, ненавязчиво, как сделать так, чтобы люди вас искали сами и находили. Это важный момент. Для этого есть сегодня инструменты, и ими необходимо научиться пользоваться. Как только вы их освоите, научитесь ими пользоваться, и у вас пойдет рост, у вас пойдут продажи, у вас пойдут регистрации. Все у вас будет замечательно. Всем желаю успеха, счастья, здоровья. Внизу в описании под этим видео будут мои контакты. Если вас эта тема заинтересовала, напишите мне любым удобным для вас способом.